Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, любители авторской песни, участники, гости и просто друзья фестиваля! Мы приветствуем вас на церемонии закрытия 23-го межрегионального молодежного фестиваля авторской песни памяти Юрия Висбора «Распахнутые ветра». Открывает наш концерт песня Александра Городницкого «Атланты» в исполнении хора победителей нашего бард-баттла под руководством Евгении и Максима Поповых. Вот уже 23 года на берегу Селигера развивается парус фестиваля, и имя Юрия Висбора собирает участников из разных уголков России. Вся фестивальная неделя была насыщенной. Концертные программы, спортивные соревнования, интеллектуальные творческие битвы. И, конечно, самое главное – конкурс авторской песни. В образовательной и творческой программе работали члены жюри, преподаватели творческих мастерских и почетные гости фестиваля. За организацию всего процесса необходимо поблагодарить учредителей фестиваля «Распахнутые ветра», правительство Тверской области, Министерство молодежной политики Тверской области, администрацию Осташковского городского округа, областной молодежный центр Тверской области и районный дом культуры города Осташков. Приглашаем на сцену председателя организационного комитета фестиваля «Распахнутые ветра», заведующую отделом культуры администрации Осташковского городского округа Екатерину Николаевну Сотник.
дорогие мои участники, мастера, оргкомитет, зрители, замечательная прекрасная неделя с 18 июля подходит к концу. У каждого из нас свои впечатления, свой трепет в душе, свой блеск в глазах. У кого-то победа, кто-то взял новый ориентир на будущий фестиваль. Но это прекрасно, что мы здесь все собрались. Каждый год каждый из вас сюда приезжает с какими-то надеждами. Я уверена, что они реализуются. Если нет, то есть надежда на будущее. И очень хочется, чтобы мы большим этим составом, плюс новые еще участники, с вами встретились на следующий год. Нам всем радости, добра, мира, любви и Божьей благодати, чтобы она всегда озаряла это небо и это замечательное место, где проходит наш фестиваль. Каждый наш фестиваль открывает имена новых авторов и исполнителей, дает возможность познакомиться с настоящими мастерами своего дела. Я приглашаю на сцену почетного гостя нашего фестиваля, журналиста, президента благотворительного фонда памяти Юрия Висбора, Татьяну Юрьевну Висбор. Еще микрофон, где прыгать не надо, знаете. Я вам хочу сказать, что потрясающий фестиваль, 23 года он существует, и для меня, и для всех, для вас это место встречи. И на риторический вопрос Юрия Висбора в песне «Милая моя», где, в каких краях встретишься со мной или встретимся с тобой, неважно, кто как поет, разрешено все, можно сказать смело, на Селигере, на фестивале «Распахнутые ветра». Правильно. Надо сказать, что вот, например, сегодня у меня целая группа моих очень близких друзей, с одним из которых я училась в классе. Можете себе представить, в Москве не встречаемся, а на Селигере. Друзья мои, да, вот Володя, привет. Значит, да, мне есть еще что сказать, но давайте перейдем, наверное, к самому приятному, это награждение лауреатов. Для награждения лауреатов и дипломантов приглашается председатель 23-го межрегионального молодежного фестиваля исполнителей авторской песни памяти Юрия Висбора «Распахнутые ветра» Сергей Евгеньевич Ильин. Дорогие друзья, вот прошла фестивальная неделя, и, конечно, я не помню такой интенсивной недели, честно говоря, даже на этом, с одном из самых таких интенсивных творческих фестивалей. Буквально было не вздохнуть, вот репетировать было нам, вот как членам жюри с концертными программами, совсем чуть-чуть времени. Вот. Но я хочу сказать, что, конечно, это счастье, что вот мы так вот проводим время, и вообще удивительно, на самом деле, почему другие люди так не делают. Вот я подумал здесь, вот это действительно вот то, что мы делаем, это прекрасно. Если бы побольше людей так делало, то, наверное, было бы еще лучше. В этом году у нас было очень такое интересное событие, которое состоялось сегодня. Впервые на фестивале был батл, значит, битва, да, по так ансамблевому хоровому пению в жанре нашего, так сказать, нашей авторской, так, ну так, наверное, можно сказать, да, в жанре авторской песни. И я, честно говоря, понял, что это очень важный момент. Ну, во-первых, потому что это было совершенно замечательное время подготовки. Мы как-то сплачивались в такие небольшие группы, хоры, ансамбли, в общем, до 20 человек. Действительно сплачивались, репетировали помногу, репетировали каждый день, а то и по нескольку раз в день. Причем 11 часов вечера оказалось совершенно незапретное время для этого. Даже для самых маленьких. Они героически разевали рот уже практически так в зевке, вот, но пели с нами. Вот. А второе, конечно, что это было очень важно для, в общем, извините, членов жюри. Потому что уж очень давно мы, члены жюри, не чувствовали себя испытуемыми.
И мы сейчас вот немножко в этот день как бы представили, может быть, где-то внутри, что чувствуют наши замечательные конкурсанты, которых мы перед этим накануне за два дня судили, так скажем. Вот. И это очень важное чувство, я вам хочу сказать. Надо это периодически вспоминать, как бывает не только важному таким с умным видом сидящему члену жюри, а как вот этому человеку, который стоит на сцене, которого оценивают другие. Вот, поэтому это был для нас, для меня, не знаю, для других не буду говорить, но для меня очень полезный опыт, и дай бог, чтобы все это у нас повторялось, потому что опыт был замечательный. Ну а теперь что? Нам нужно наградить тех, кто у нас занял места. Они вот как раз еще сидят, стоят, боятся. Ну, пора. Переходим к церемонии награждения. Дипломом награждается ансамбль «Три корочки». Ансамбль «Парусник», город Москва. Дипломантом фестиваля становится Шкирёва Полина. Клуб «Парусник», город Москва. Дипломантом межрегионального молодежного фестиваля становится Рыбаков Николай. Журавлиная родина, город Сергиев Посад. Дипломантом фестиваля становится Ксения Рыкова. Студия авторской песни «Министрель», город Ярославль. Дипломантом 23-го фестиваля становится дуэт «Два носка». «Министрель», город Ярославль. Третьего фестиваля «Распахнутые ветра» становится дуэт «Отражение». «Министрель», город Ярославль. Дипломантом фестиваля становится дуэт «Струна и ветер», город Ярославль, студия авторской песни «Министрель». Дипломантом 23-го фестиваля «Распахнутые ветра» становится дуэт «Клейманята». Ксения и Анастасия Клейман, город Тверь. Дипломантом 23-го фестиваля становится Алина Ульяненкова, КСП «Надежда», город Москва. Дипломантом фестиваля становится Екатерина Сергеева, КСП «Надежда», город Москва. Дипломантом фестиваля «Распахнутые ветра» становится Олег Шувалов, клуб авторской песни «Три в одном», город Ногинск. Номинация «Автор». Дипломантом фестиваля
фестиваля становятся квартет «Гармония». Матвей Благов, Алина Спиридонова, Анна Лопатина, Ольга Шишова, клуб авторской песни «Акварель», город Ярославль. Дипломантом фестиваля становится ансамбль «Акварель», город Ярославль. Дипломантом 23-го фестиваля «Распахнутые ветра» становится Католиков Константин, клуб авторской песни «Акварель», город Ярославль. Исполнение песни Юрия Визбора получает Богдан Шишалов, студия авторской песни «Менестрель», город Ярославль. Призом фестиваля награждается Тая Зверева-Родригес за лучшую юмористическую песню, студия авторской песни «Вертикаль», город Ярославль. Спецприз «Надежда фестиваля» отдается Кристине Котляр, студия авторской песни «Парусник», город Москва. Специальный приз от членов жюри уходит Анастасии Гребенщиковой, клуб авторской песни «Акварель», город Ярославль. За лучшую патриотическую песню награждается Саду Кетти, клуб авторской песни «Роза ветров», город Солнечногорск. Дипломом лауреата 23-го межрегионального молодежного фестиваля авторской песни памяти Юрия Визбора «Распахнутые ветра» становится ансамбль «Парнишечки», клуб авторской песни «Акварель», город Ярославль. Награждается Татьяна Антонова, дуэт «Берега», город Осташков. Дипломом лауреата награждается Валерия Фрунзе, дуэт «Берега», город Осташков. Лауреата награждается Полина Рыкова, студия авторской песни «Менестрель», город Ярославль. Браво! Дипломом лауреата награждается дуэт Алексей Астахов и Кристина Котляр, студия авторской песни «Парусник», город Москва.
лауреата фестиваля становится дуэт Антонова Татьяны и Фрунзе Валерия, дуэт «Берега» города Осташков. Дипломом лауреата награждается Варвара Федорченко, город Саратов. Дипломом лауреата награждается Елена Жилина, Екатерина Сергеева, Татьяна Казакова, Алина Ульяненкова, КСП «Надежда», ансамбль «Надежда», город Москва. Дипломом лауреата награждается Максим Розеншток, межвузовский КСП, город Москва. Слово предоставляется Татьяне Висбор. И самое ответственное, вот мне такое, выпала такая честь. Гран-при фестиваля получает дуэт Антонова Татьяна и Фрунзе Валерия. Дуэт «Берега», город Осташков! Серьезно. Можно, если вы позволите, я хочу сказать все-таки еще пару слов об этом дуэте. Дело в том, что мы очень давно знаем этих замечательных девушек. И когда гран-при, ну вы понимаете, это серьезно, это совпадение чего-то. Это или приз зрительских симпатий, у нас, к сожалению, его нету, и лауреатство. В данном случае, как вы видите, это лауреат, и дуэт тоже лауреат. Поэтому это действительно так. Но кроме формальных вещей, вот просто формальных немножко лауреатских, мне кажется, мне хочется сказать два слова. Те, кто был на конкурсе, конечно, помнят замечательные выступления и их, и как солистов, и как дуэтов. И когда ребята, девчата, точнее говоря, выступали, у меня, вот знаете, все время, ну, в какой-то момент просто у меня было просто ком в горле вот на этой песне их дуэтной, которая совершенно замечательная. Ведь всегда важно, понимаете, не только аплодисменты, не только громкость, а та тишина, которая во время исполнения висит в зале. И вот то, чего сумели добиться два этих замечательных молодых исполнителя, это вот этого нашего предельно внимательного слушания этих песен. Тем более, что песни Александра Щербины, вот это не так просто исполнить. Те, кто на конкурсах постоянно, все знают, что это действительно такое испытание для исполнителя, потому что он сам замечательный исполнитель, и часто бывает, что ребята исполняют как-то, ну, ниже. Мне кажется, здесь в данном случае было совершенно не так. Это было действительно исполнение, которое было контекстуально, так сказать, авторскому, хотя исполнено совершенно по-своему, и уровень был совершенно не ниже, а наоборот. Я даже сказал, что это было свое, вот именно свое исполнение. Ну и потом, понимаете, все-таки, ну, когда мы живем в такое сложное время, вот этот вот взгляд, который был в этой песне, вот это взгляд ребенка на все, что вокруг происходит. Это, наверное, одна из самых важных вещей, которая сейчас должна быть услышана. В общем, конечно же, это звание совершенно заслуженно. Я вас искренне поздравляю. Молодцы. Давайте еще. Для вручения приза детского жюри приглашается на сцену Софья Фисун. Добрый вечер. Я поздравляю с завершением фестиваля всех гостей, зрителей, мастеров, конечно же, участников. Детское жюри – это серьезная, ответственная задача с
справляться с которой мы старались максимально честно. Итак, победителем в нашей номинации становится ансамбль «Парнишечки». Еще раз от души поздравляем всех победителей 23-го фестиваля «Распахнутые ветра». Спасибо всем участникам. А наш концерт продолжит Татьяна Висбор. Я хочу на эту сцену пригласить свою коллегу, свою подругу и человека, автора, исполнителя замечательного, Раису Нур. Пока Рая будет пристегивать, значит, пристегные ремни, да, я вам расскажу одну историю. Это 78-й год, город Томск, концерт Юрия Висбора в Томске, да? Это то, что он отвечал на вопросы, там записки прислались из зала. Очень частые записки, они до сих пор периодически приходят. Умерла ли авторская песня, или она еще жива, кто ее там закапывал, кто нет. Ну, вы знаете, с любыми музыкальными жанрами происходит иногда, что их начинают, значит... там, допустим, рок, да, Борис Гребенщиков когда-то пытался, значит, это, с авторской песней тоже такое было. Ну вот отцу пришла записка, умерла авторская песня или нет, ее судьба. Тогда она называлась самодеятельной. Итак, Томск, 78-й год. Отец со сцены. Какова судьба самодеятельной песни? Могу историю рассказать на этот счет. У меня есть товарищ, его зовут Толя, мастер спорта по байдарке, горнолыжник, очень здоровый, крепкий человек. С ним даже случилась большая неприятность. Он попал под маневровый тепловоз на территории завода, на котором работал. Его затащило под колеса и там перемололо всего. Его отвезли в морг. И вечером бабушка, которая подметала там, пришла и сказала, что один мертвец грязно ругается. Но выяснили, что ругается Толя, его перевели в реанимацию, где он провел 4 месяца. Вот, и вот через год и 2 месяца после описываемых событий мы с ним сидим на нашей базе горнолыжной, на станции «Турист», вернувшись после катания, мокрые все, счастливые, выпиваем за его здоровье. После второй или третьей рюмки Толя говорит: «Юрьевич, а между прочим, тепловоз до сих пор в капитальном ремонте». Вот. Отец продолжает, вот если я ответил на ваш вопрос, вот таким образом. Так что не хороните. Да, у нас есть с Раисой, мы эту песню редко поем, поэтому, извините, что по бумажке, но Юрий Висбор дружил с космонавтами, это непреложный факт, особенно его теплая дружба связывала с Валерием Рюминым. И вот вчера мы записали. Вы знаете, да, что сейчас это не секрет, и вообще это какая-то, ну, это удивительная история, что из космоса можно позвонить по мобильному телефону, когда он где-то рядом. Можно переписываться с космонавтом, который сейчас летает, Олег Артемьев. Значит, можно в Телеграме ему написать какое-то, значит, приветствие, и он вам ответит, как ни странно, да? И, Рай, у нас есть... Олег Артемьев – это наш вообще-то, да? Да, вы знаете, это несколько лет тому назад было, мы выступали в «Звездном городке». И такая хорошая встреча была, так было тепло, так замечательно, что космонавты нас от всей души записали в свой отряд. 13-й отряд. Счастливый. Да. Документов не дали. Не дали, да. Но мы-то себя чувствуем космонавтами, вы понимаете? И вот вчера на записи мы им... напомнили, припомнили, так что да, если потому полетим что нам, в космос, не удивляйтесь. Наши все летали уже, просто Самокутяев, вот Артемьев, Рязанский, наши все летали, нас еще пока, понимаете, вот не берут в космонавты. Еще лет 10 и полетим. А вчера нам помог один мальчик из
из «Надежды», из «Воспитанник» Димы Матюшина, потому что у нас гитары не было, нужно было срочно записать вот этот репортаж. А все уехали на концерт, да, на саундчек, и гитары нет. И один мальчик по имени Дима предоставил свой инструмент. Мы записали, значит, свое видеообращение, и Диме, когда отдавали гитару, ему было, по-моему, приятно слышать, что его гитара прозвучит в космосе. Завтра, да, о чем это будет. Послезавтра, 25-го. Спасибо, Дима. Что, поем? Да. Когда-нибудь страшно подумать, когда сбудется день иной. Тогда мы, дружище, вернемся туда, откуда ушли давно. Тогда мы пробьемся сквозь полчища туч и через все ветра. И вот старый дом открывает наш ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда, в молодые года, тогда, в молодые года. Обнимем мы наших любимых подруг, скинем рюкзак с плеча, в забытую жизнь, в замечательный круг бросимся сгоряча. Там август, как вилы, вонзает лучи теплым стогам в бока. Там тянут речные буксиры в ночи на длинных трассах закат. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Не может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда, в молодые года, тогда, в молодые года. Другие ребята за нами пойдут дальше, чем мы с тобой, а нам оставаться по-прежнему тут, что ж, отгремел наш бой. Но если покажется путь невезуч и что на покой пора, не даст нам покоя ни память, ни ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда, в молодые года, тогда, в молодые года. Когда мы вернемся? Мы не говорим, если мы вернемся, мы говорим, когда мы вернемся. И практически знаем сроки. Это будет, скорее всего, конец июля 23-го года. Единственное, что я забыла сказать, что эта песня посвящена Валерию Рюмину, а он когда-то сказал Юрию Висбору, что ему помогает в космосе. Он сказал: я всегда с собой беру ключ от дома. Я думаю, что у вас тоже есть ключи от дома, но мы сюда обязательно вернемся. Раиса Нур. Татьяна Висбор, ваши аплодисменты. Спасибо. Мне очень, я не знаю, сюда возвращаться – это какой-то праздник, ей-богу, после города, даже после Осташкова. Мы вчера были в Осташкове, и выходишь на этой полянке, и воздух совершенно другой. Спасибо огромное за это счастье, за это солнце, и чтобы это продолжалось много-много лет. Вот я думаю, какую песню спеть. Однажды на Одесском фестивале задала этот вопрос Веронике Долиной, что петь. На что она сказала: не имеет значения. Вот, поэтому я думаю, что нужно рискануть и спеть одну из песен, которая написана недавно. Я была на Одесском радио, и замечательный ведущий, дядя Саша, он сделал мне заказ. Он говорит: а могли бы вы написать песню, допустим, про дракона, про принца, допустим, да?
и про принцессу, чтобы принцесса там была, и чтобы принцесса была такой дурочкой вообще, там, стервой. Вот, и я сказала, ну, я подумаю, вот, и пришла и написала песню. Я вообще люблю писать на заказ. Вот такая песенка, ну, девчонкам на заметку. Ны-ны, ны-ны. Сторонница прогресса, жила одна принцесса, все гаджеты на свете скупила, собрала. Капризная и злая, но все в округе знали, принцесса та красавица была. И никому принцесса не открывала сердца. Вот женихи слетелись с Парижа и Верон. Турнир открыли спешно, и среди них, конечно, веселый принц и сказочный дракон. Ны-ны-ны, веселый принц и сказочный дракон. Из самой крепкой стали мечи они достали, и стали биться насмерть на совесть и на страх. Принцесса беспардонно снимала все айфоном, выкладывая ужасы в сетях. Вот тут заело принца, и он пошел на принцип, и он сказал дракону: остынем-ка давай. Принцесса нас не видит, у ней под носом видео, а нам тут кровь извольте проливай. Ны-ны-ны, а нам тут кровь извольте проливай. Дракон остановился, подумал, согласился, откинул меч подальше, отдернул галифе, воскликнул: мне бы каши, я знаю, чуть подальше есть очень даже славное кафе. И эти сладкоежки потопали в кафешку в обнимочку из самых намерений благих. И каши съев бочонок, приметили девчонок и поженили сразу же на них. Ны-ны-ны, и поженили сразу же на них. А на принцессе мерзкой наш повар деревенской женился и прекрасно судьбу ее решил. Он тихо, без эксцессов, взял гаджеты принцессы и в мелкую харизму покрошил. Шил-шил-шил, и в мелкую харизму покрошил. Шил-шил-шил, и в мелкую харизму покрошил. Ны-ны-ны-ны. Спасибо огромное и до встречи. Дорогие друзья, а мы приглашаем на сцену победителя в номинации за лучшее исполнение песни Юрия Висбора Богдана Шишалова, студия авторской песни «Министрель», город Ярославль. Сейчас прозвучит песня Юрия Висбора «Апрельская прогулка». Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег, нам несказанно жаль. Когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, и ветер там вершит кружение занавески, там от движения нот чуть звякает хрусталь, там девочка моя еще ничья невеста играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя еще ничья невеста играет, чтоб весну
сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили в программах наших судеб. Передаю рояль, и будет счастье нам, пока легко и смело, да девочка творит над миром пастора, пока по всей земле, во все ее пределы, из дальнего окна доносится рояль, пока по всей земле, во все ее пределы, из дальнего окна доносится рояль. На сцену приглашается лауреат Полина Рыкова, студия авторской песни «Менестрель», город Ярославль. Лодочке лунной
поет прибой о море магнитных бурь. Не так далеко до звезды любой, только глаза сощурь. Приглашаем на сцену руководителя творческой мастерской, художественного руководителя творческого объединения «Антракт», лауреата Международного театрального фестиваля Эдуарда Гершова. Расставаясь с вами сегодня до будущего года, я решил попрощаться двумя очень коротенькими, но очень важными и ценными произведениями. Одно из них – это очень короткое произведение «Стишок» Булата Акуджавы, а второе – это стихи Александра Городницкого. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или трудны мытарства, а погибают от того, и тем больней, тем горше, что люди царства своего не уважают больше. Когда метель за окнами шальная свирепствует нередко, иногда учительницу нашу вспоминаю, войною опаленные года. Она сто раз твердила нам когда-то голодным ленинградским пацанам: всегда любите родину, ребята. За что любить, не объясняя нам? Был муж ее в 37-м расстрелян, а мать ее в блокаду умерла. Любите родину, зовущую нас к цели, любите родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова, и все, что от нее теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я к ней несу цветочки на могилу и повторяю по сто раз на дню: любите родину, покуда будут силы. За что любить, увы, не объясню.
На сцену приглашается лауреат номинации «Исполнитель» Максим Розеншток, межвузовский КСП, город Москва. Добрый вечер, Селигер. Добрый вечер, распахнутые ветра. Мы межвузовским КСП первый раз здесь, и вот этот результат для меня очень почетный. Большая честь стоять на этой сцене. Да и вообще фестиваль выдался очень теплым, душевным. Спасибо участникам, спасибо руководителям творческих мастерских. Было бы интересно еще раз сюда съездить через год. Вот. А спою я то, что пел в конкурсе, песню Виктора Луферова. Перед тем, как к вам прийти, зашел я к Господу. Помоги, сказал отец, собраться в путь. Снаряди добрый день, а к людям попаду. Сверху присмотреть за мной не позабудь. Сами знаете, Бог даст все, что не попроси. Даст и ум, и глупость даст, а что ж не дать. Но не стал я ничего просить у Господа. Бог сам знает, что кому давать. Но не стал я ничего просить у Господа. Бог сам знает, что кому давать. Долго он копался в сваленной там ветоши, и такую плохонькую из одежд мне дает и говорит: сынок, ты не тужи, главное не растерять надежд. И протягивает башмаки дырявые, на меня надейся, сам не плашай. Башмаки, они новые, износятся, главное, не износилась бы душа. Башмаки, они новые, износятся, главное, не износилась бы душа. А еще мне Бог дорогу эту дальнюю посох дал и дал кувшин с отбитым дном. И сказал Господь: гора с горою сходится, может, свидимся когда-нибудь потом. И сказал: ответь тому, кто крикнет вслед тебе, кто в цветущий век наш пост, дурак, мол, тот, что презренным Бог дает горы-то сытости, а любимым Бог скитания дает. Что презренным Бог дает корыто сытости, а любимым Бог скитания дает. И с тех пор я по земле брожу без устали, чем могу делюсь со встречными в пути. Эх, смеюсь, что не возьму, все вам останется, я с собой могу себя лишь унести. И такая впереди дорога длинная, и судьба короткая одна, что в карманы я не положу, все выроню. Лей, не лей, кувшин-то Бог мне дал без дна. Что в карманы я не положу, все выроню. Лей, не лей, кувшин-то Бог мне дал без дна. Спасибо. На сцену приглашается лауреат фестиваля в номинации «Исполнитель» Варвара Федорченко, город Саратов. Я спою песню Надежды Сосновской «Ветреная босса нова».
ва-па-да-па-да-дай, ва-па-да-па-да-па-пай, ва-па-да-па-да-дай, ва-па-да-па-дай. В это ветреное время, в дни распада и расчета, дай мне, Боже, оперенье для высокого полета. Я дождусь порыва ветра, предпочтительно зюйдвеста, и взлечу в потоке света с надоевшего насеста. И лови меня тогда, судьба. Я так долго пробыла в плену, я сама себе была раба, но, взлетев под облака, на все вопросы свысока взгляну. Па-па-да-па-па-па-да-па-дай, па-па-да-па-па-пай. Ах, паренье в поднебесье, превосходное занятие, все, о чем внизу лишь грезим, здесь само летит в объятия. Вот уже пошли на убыль раздражение и злоба. Если любим, так уж любим, не иначе, чем до гроба. И лишь только высота и свет, здесь на все вопросы есть ответ. И не стоит о грехах места лишь в моих стихах, остальное суета-сует. Как же хочется поверить, вот мое предназначение, но меня несущий ветер переменит направление. И ни капельки не больно, просто песенка допета. Полетали и довольно, я иду домой с концерта. Спасибо. Приглашаем на сцену победителя в номинации за лучшую патриотическую песню Кетти Саду, клуб авторской песни «Роза ветров», город Солнечногорск. Исполню песню Юрия Висбора «А зима будет большая». А зима будет большая, вот гляди-ка за рекой, тихо осень замирает, машет желтою рукой, плачут мокрые осины, плачет дедушка Арбат, плачет синяя Россия, превратившись в листопад, и сугробы сокрушая, солнце брызнет по весне, а зима будет большая.
На сцену приглашаем руководителя творческой мастерской, замечательного музыканта, гитариста, композитора, педагога Дмитрия Григорьева, город Краснодар. Друзья, те, кто внимательно следит за моим творчеством, наверное, знают, что я езжу на этот фестиваль и на другие фестивали, которые на природе, с самой главной целью – сыграть ежам свою музыку, которую я для них написал. И я много лет ждал признания от ежей. И вот сегодня знаменательный для меня день. В своем домике я обнаружил вот такое послание. Я вам сейчас его прочитаю. «Уважаемый Дмитрий Григорьев, нам очень понравилось ваше произведение «Марш ежей». И еще мы передаем привет нашим сородичам из Краснодара». И подписано «Селигерские ежики». Я теперь просто обязан сыграть именно «Марш ежей». Я хотел что-то другое, много у меня красивых мелодий. Вот, так что сегодня, наконец, я достиг своей цели. Я получил признание ежей, а я считаю, это даже выше лауреатства фестиваля. Нашим ежикам и Дмитрию. А мы приглашаем на сцену руководителя творческой мастерской, автора музыки Виктора Попова, город Королёв. Вот она слава! Вот, работает. Ну, во-первых, поздравляю всех нас, что прошел чудесно, в хорошей атмосфере, такое огромное количество талантливых людей. Мы, конечно, соскучились по энергетике. Мы, наверное, уже в том возрасте, когда вы нас зажигаете своей энергией, своим профессионализмом. Я получил огромное удовольствие от того, как у нас выступали импровизированные хоры или хоры, как правильно. Вот, я сидел и вот думал, вот, и как здорово, когда так много людей поддерживает одного. И я решил воспользоваться тем, что песню, которая сейчас прозвучит, знает клуб авторской песни «Акварели». Я их приглашаю на сцену. Она будет, да? Ага, понял, ребят.
Я очень рад, что много лет дружу с этим замечательным коллективом. Очень часто выступала у них в Ярославле в разных вариантах, на разных сценах. И вот совсем недавно был также сборный концерт клуба. И я был тоже приглашен, и мы спели эту песню, поэтому сейчас попробуем ее еще раз вспомнить. Научи меня по небу гадать, лепестки перебирая у звезд. Только, Господи, не дай мне устать от распутиц и запаха гроз. Научи меня гадать по ветрам, вырывая у дождя седину. Только, Господи, поменьше бы ран от того, с кем ожидаешь весну. А еще меня гадать научи по молчанию и мерцанию огня. Только так, чтоб круг молчащей свечи собирались бы друзья и родня. Хранитель мой, благодарю за то, что раны есть на крыльях, за то, что ртом набитым пылью порой о небе говорю. Научи меня гадать по слезам и по лицам, провалившимся в тьму. Только так, чтоб зажигались глаза маяка небы в закатанном дыму. Научи меня гадать по стерне, ведь блаженна жизнь и горькую смесь. Только так, что буреломе из дней прорывалась лебединая песнь. А еще меня гадать научи по молчанию и мерцанию огня. Чтоб круг молчащей свечи собирались бы друзья и родня. Хранитель мой, благодарю за то, что раны есть на крыльях, за то, что ртом набитым пылью порой о небе говорю. Хранитель мой, благодарю за то, что раны есть на крыльях, за то, что ртом набитым пылью порой о небе говорю. А мы приглашаем на сцену очаровательную девушку, лауреата прошлых лет и нашего гостя фестиваля Ирину Клейман, город Тверь. Грустный,
чем быть веселым. Огромнейшая благодарность всем организаторам этого фестиваля, всем звукорежиссерам, их помощникам, всем командам, которые каждый год стремятся сюда и обмениваются общением и творчеством, всем зрителям, которые приходят на наши концерты. Спасибо Селигеру за его потрясающую атмосферу. Конечно, спасибо Юрию Висбору. И пусть у нас будет не только фестиваль «Распахнутые ветра», пускай, давайте вот так вот, чтобы пускай у нас всегда будут распахнуты сердца на распахнутых ветрах, а лучше, конечно, всегда. А, жалко, когда что-то хорошее кончается, но будем говорить до нового фестиваля, да. А сегодня, к моему счастью, со мной на сцене прекрасный музыкант Дмитрий Григорьев. Спою я вам песню на стихи Марии Тепляковой, музыка Елены Фроловой. Точно знает.
На сцену приглашается лауреат фестиваля, обладатель гран-при, дуэт Татьяна Антонова и Валерия Фрунзе. «Берега», город Осташков. Александра Щербина, «Кукла плачет».
На сцене лауреат фестиваля Валерия Фрунзе, город Осташков. Я спою песню Юлии Кима «Соловей». Родители и старая знакомая собрались и смотрят на меня. Ишь, говорят, молчишь, говорят, а ну-ка спой-ка, уж больно ты скромна. Ой, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду. Вон вас сколько, а я одна. Зовет меня огромная комиссия приемная и смотрит. И я на них смотрю. Ну что ж, говорят, споешь, говорят, а ну-ка спой-ка. Внимание, тишина. Ой, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду. Вон вас сколько, а я одна. Приглашается лауреат фестиваля Таня Антонова, дуэт «Берега», город Осташков. Владимир Качан, «Ворона и бильярдные шары». На заброшенном балконе среди прочей мишуры как-то встретились вороне бильярдные шары. Что за птица улетела и забыла путь домой на шары? Ворона села, стала греть шары с собой. Мышей своих не студила, не будила, а высиживала их. И когда явилась осень, чтоб сорвать листву с берез,
друг из цифры номер 8 показался. Чей-то нос вдруг из цифры номер 8 показался. Чей-то нос. Шла ворона через грядку, а за ней шагали в ряд. Разобравшись по порядку, 8 белых воронят. Все вокруг цвело и спело, пах весна, осенний сквер. И ворона вдруг запела, захлебнувшись буквой «Р». Позабыв про все на свете, пела птица на суку. И вопили рядом дети с номерами на боку. И вопили рядом дети с номерами на боку. На сцену приглашается лауреат прошлых лет, добрый друг гость фестиваля, наш гость Татьяна Винокурова. Добрый вечер, друзья, и снова я рада вам сообщить, что со мной на сцене неподражаемый Дмитрий Григорьев. Завтра мы все приедем домой и вспомним, может быть, вы вспомните эту послеконцертную песню. Эти аплодисменты, разрывы петард над макушкой звезд, золотой миллиард, роза голову свесила, белый пакет, туфли и букет. Ты приходишь домой, ставишь в угол чехол, стих забыт под столом, шкаф забит барахлом, два бокала бумаг. Летом куплено впрок радостный хлопок. Быстрый ужин усталый вид, тонкой тропкою дома вид. Ну, кто огромнокрылый такой стоит у двери твоей? Позволяя нам в эти дни искупаться в такой любви. Точно знаю, зачем он здесь, усыпанный звездами потерявшие все по своим же обломкам вдоль черных озер, не дойдя и до старта, хотели уйти, поле перейти. И в сырой темноте в одиночку брели, заглянувши в себя, ничего не нашли. Ходили кругами, а там до весны только три сосны.
же стоило ждать это прикосновение, чтобы полет отличить от падения, тьму разорвать, мотылька превратить эту боль. Неживому блестеть и живому мерцать, и лихими аккордами воздух кромсать, и с точки любой торопиться скорее домой. Быстрый ужин, усталый вид, тонкой тропкою дома крылый такой стоит у двери твоей, позволяя нам в эти дни искупаться в такой любви, точно зная, зачем он здесь, усыпанный звездами весь. Быстрый ужин, усталый вид, тонкой тропкою дома пьет, кто огромнокрылый такой стоит у двери твоей, позволяю нам в эти дни искупаться в такой любви, точно зная, зачем здесь, точно зная, зачем здесь, точно зная. Спасибо. Давайте встречаться часто-часто. А мы приглашаем на сцену нашего юного участника, победителя в номинации за лучшую юмористическую песню, Таю Звереву Родригес, студия авторской песни «Вертикаль», город Ярославль. Добрый вечер. Я исполню песню Сергея «Хромой король». Железный шлем, деревянный костыль. Король с войны возвращался домой. Солдаты пели, но да, я был и пел с ними вместе. Король храма, рваная обувь, а шляпе цветов писал на площади юный простой. Он тоже пел, а молчать не мог. Такую минуту и в день такой терем-терялем, трам-терем, трем-терялем, трам-терем, трем-терялем, трам-терем, трем-терем, трам-трам. Бой барабанный знамен карнавал, король с войны возвратился домой. Войну проиграл, полноги потерял, но рад ты был до слез, что остался живой. Трем-терялем, трам-терем, трем-терялем, трам-терем, трем-терялем, трам-терем, трем-терем, трам-трам. Ура! Терем, терем, трам, терем, 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 трам, терем, 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 трам, терем, 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 трам. Приглашаем на сцену руководителя творческой мастерской, блистательного исполнителя, лауреата Грушинского фестиваля Романа Ланкина.
Давайте еще раз поаплодируем Таисии. Молодец! Уже ради таких номеров, ради таких песен стоит нам ехать на этот фестиваль. А я хочу вспомнить одного человека, у которого сегодня день рождения. В далеком 1915 году в городе Луганск родился мальчик, которому было суждено сделаться талантливым поэтом, и которому суждено было внести большой вклад в русскую песенную культуру. А значительно позднее, в 1955 году, ему и композитору Василию Соловьеву-Седову сделали заказ на лирическую песню, которая должна была прозвучать в кинофильме «Дни Спартакиады». Заказ был выполнен, сперва было написано стихотворение, потом на него была написана музыка. И вот конкурсной комиссии был представлен результат, который, нужно сказать, конкурсную комиссию не очень сильно обрадовал, приемную комиссию. И было высказано много критических замечаний, и вообще появились вопросы, а стоит ли вообще этой песни звучать в кинофильме. И после этого, обращаясь к своему напарнику Василий Соловьев-Седой, сказал так: «Ну, милейший, вы написали какие-то лирические стишки, я постарался и написал какую-то музыку, бывают неудачи, ничего страшного». Предлагали эту песню, но песню все-таки утвердили, и она прозвучала в этом фильме. И когда думали, кому же ее поручить, предложили Марку Бернесу. Марк Бернес послушал текст и сказал: «Нет, я это петь не буду». И отмахнулся и не согласился. В результате эту песню пел тогда еще не очень известный, вовсе даже не певец, а актер Владимир Трошин. И песня эта, я хочу, чтобы она прозвучала сегодня. Изначально она говорила нам о прелестях, о красоте ленинградских красотах. Потом она вдруг стала говорить нам о московских красотах. Вот. А поскольку мы находимся в самой середине между Ленинградом и Москвой, я нахожу уместным вспомнить именно эту песню. И если вдруг кто-то из вас знает слова этой песни, пожалуйста, подпевайте. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. И не движется вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня.
трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее. Так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние селигерские вечера. Не забудь и ты эти летние. Поздравляю вас с днем рождения Михаила Львовича Матусовского. Спасибо. А мы приглашаем на сцену победителя в номинации «Надежда фестиваля» Кристина Котляр, студия авторской песни «Парусник. Город. Москва». Смотри, что красивый. Я спою песню Виктора Берковского «Чудак». Я спою песню Виктора Берковского «Чудак». Там на холмах сидит чудак, сидит чудак, сидит чудак, сидит и дует так и сяк, и так и сяк, и так и сяк. Он дует вверх, он дует в бок, он дует вверх, он дует в бок, он дует вдоль и поперек, он дует утром и в обед, с меня сдувает теплый плед, сдувает плед, несет холмам укрыться, видно, хочет сам. Он хочет сам, он хочет сам. Там на холмах сидит чудак, сидит чудак, сидит чудак, сидит и дует так и сяк, и так и сяк, и так и сяк. Он дует вверх, он дует в бок, он дует вверх, он дует в бок, он дует вдоль и поперек, он дует утром и в обед. С меня сдувает теплый плед, сдувает плед, несет к холмам, укрыться видно хочется. Он хочет сам, он хочет сам. Там на холмах сидит чудак. Приглашается лауреат фестиваля, дуэт Астахов Алексей и Котляр Кристина. Город Москва. Мы споем песню Юрия Харченко «Трамвайчик». По узенькой поулочке бежит, спешит, торопится голубенький в полосочку.
Бай-бай. Разбрасывает звездочки, на остановках хмурится. Садятся дети к стеклышкам и просят, ну покатай, а? И целый день, и целый день везет по городу, детей везет в кино и в зоопарк, и в детский сад. И просто так, а как направо повернет, то сразу сказку заведет. А как налево повернет, то сразу песенку поет. Лаба-да-бомба, лаба-да-бомба, лаба-да-бомба-дам. Лаба-да-бомба, лаба-да-бомба, лаба-да-бомба-дам. Лаба-да-бомба, лаба-да-бомба, лаба-да-бомба-дам. Лаба-да-бомба, лаба-да-бомба, лаба-да-бом. В узатеньком трамвайчике, ага, все девочки и мальчики, все ездят только с зайчиком, ага. Ведь здесь билетов нет, весь город улыбается ему. Машины расступаются вокруг, и светофор старается изо всех сил зажечь зеленый свет. И целый день, и целый день везет по городу, детей везет в кино и в зоопарк, и в детский сад. И просто так, а как направо повернет, то сразу в сказку заведет. А как налево повернет, то сразу песенку упоет. Лаба-да-бомба, лаба-да-бомба, лаба-да-бомба-дам. Лаба-да-бомба, лаба-да-бомба, лаба-да-бомба-дам. Лаба-да-бомба, лаба-да-бомба, лаба-да-бомба-дам. Лаба-да-бомба, лаба-да-бомба, лаба-да-бом. На сцену приглашается руководитель творческой мастерской, музыкант Максим Попов, город Москва. Благодарю. Знаете, я сегодня пойду на сознательный риск. Дело в том, что огромное количество хороших авторов не приехало. И я рискну спеть свои авторские произведения. Называется «Пиковая дама». Карточный столик цвета азарта, волей-неволей буду здесь завтра. Все проиграю пиковой даме. Счастье, свободу, любовь все отдам ей. Чет или нечет, удача строптива, проигрыш мне шепчет дорогу к трактиру. В звоне бокалов топить твои чары, а после забыться в объятиях гитары. Путает карты нечистая сила ворон. Накаркал судьба, изменила, падаю. Пропасть все ближе и ближе. Да, я люблю тебя и ненавижу. Карточный столик цвета азарта, волей-неволей буду здесь завтра. Браво! А на сцену я хочу пригласить Евгению Попову, руководителя творческой вокальной мастерской. Мы споем лирическое произведение. Максим Попов, «Тень». Thank you.
обвенчал. На рассвете ты уйдешь, тень моя. Моя печаль, сонный вечер, два в глаза, грозовая молния. Подожди, не уходи, тень моя. Мелодия, но слова опять не мы, и по-прежнему любя, жду пришествия зимы. И, конечно же, тебя. Жду пришествия зимы. В лунном свете, в тишине, время остановится. Ты не вспомнишь обо мне, тень моя. Бессонница, будет вечен наш роман. В памяти расцвеченный, ты не дашь сойти с ума наших теней. Венчаны, и опять все те же сны, где по-прежнему любя, жду пришествия весны, жду пришествия весны, и, конечно же, тебя. На сцену приглашается лауреат фестиваля, обладатели приза детского жюри, ансамбль «Парнишечки», клуб авторской песни «Акварель», город Ярославль. Добрый вечер, друзья. Очень приятно, спасибо большое, очень приятно в который год собираться на этой прекрасной земле, видеть столько неравнодушных нашему ремеслу людей. Хочется также отметить, что Селигер «Распахнутые ветра» 6 лет назад впервые собрал нас вот в таком составе на этой сцене. И приятно, что мы спустя 6 лет снова смогли все вместе приехать и выступить для вас. Это песня для вас. Никита Дорофеев, «Сигнал». Сюда приходят сильнее и злей, путая траекторию корабля. Робот глядит на солнце и дышит пеплом сухих морей. Скоро над горизонтом зайдет земля. Создатель заведет солнце на 5 часов утра лета.
робот опускает глаза. Нет ответа. Я знаю, кто ты днем и ночью там наблюдая за мной. И мой огромный, огромный мир так далек и мал. Где бы вы ни были, разыщите в эфире мой позывной. Земля, земля, я посылаю тебе сигнал. Земля, земля, я посылаю тебе сигнал. Солнце протуберанцы густых волос, метеориты звездной плывут в пыли. Робот глядит на небо, в его глазах лишь один вопрос: кто там не спит на той стороне Земли? Создатель включит орбиты звездного света. Робот повторяет вопрос. Ответа. Я знаю, кто-то и днем, и ночью там наблюдает за мной. И мой огромный, огромный мир так далек и мал. Где бы вы ни были, разыщите в эфире мой позывной. Земля, земля, я посылаю тебе сигнал. 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 Сигнал. А мы приглашаем на сцену гостей фестиваля «Распахнутые ветра» Жанну Попову и Игоря Букаева. Знаете, друзья, невозможно выйти на эту сцену и, прожив 6 дней фестиваля, не сказать. Моя судьба тоже началась с авторской песни в 13 лет. И вот в 15 лет я впервые стала лауреатом на всесоюзном тогда фестивале детско-юношеском в Ульяновске с песней, которую я хочу сейчас спеть. Это песня моих друзей и с моих соратников Виктора Каменского и Всеволода Курапова. Потом, конечно, было много чего, и лауреатство на Грушевском фестивале, и сотрудничество с издательством «Московские окна», и «Струны души», и дружба с Вадимом Егоровым. В общем, большая такая творческая жизнь. Я хочу сказать, что авторская песня привела нас в профессию и не покидает по сей день. И мы, в общем-то, это наша жизнь на самом деле. А песня – это мой девиз. Раскрой объятья мне улица, я на свидание к луне иду. Я буду ждать там, где фонарь сутулится, там, где аллеи в мартовском бреду. Небо, город упадет, небо, мне бы звезд следить полет, мне бы в окна отражаются огни судеб. Люди, будьте чуть
добрей к людям. Коснется ночь лица рукою, забудет до утра земля шаги. Пусть каждое окно осветится мечтою, когда раскроют звезды лепестки. Небо в город упадет, небо, мне бы звезд светить полет, мне бы. В окнах отражаются огни судеб. Люди, будьте чуть добрее к людям. Может быть, найду, может быть, смогу, может. Ветер обниму, в световом кругу встречу. Девочку луну, Боже, не оставь меня, не покинь меня все же. Отражаются огни судеб. Люди, будьте чуть добрее к людям. В окнах отражаются огни судеб. Люди, будьте чуть добрее к людям. До новых встреч. Мы надеемся, что через год мы снова приедем. А мы приглашаем на сцену лауреатов фестиваля, клуб авторской песни «Надежда. Город Москва». Елену Жилину, Татьяну Казакову, Екатерину Сергееву, Ульяненкову Алину. Раз. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Владимир Луговой, Геннадий Гладков, «Проснись и пой». Этот закон давно известен, не интересен мир без песен. Но даже если дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Часто от взрослых слышат дети, что измельчало все на свете. Люди, дожди, все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Ой, засыпая, бой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, то, что упало, то пропало, то, что ушло, обратно не придет.
Если ж туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и бой, проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Бой, засыпая, бой во сне, проснись и бой, проснись и бой, проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Бой, засыпая, бой во сне, проснись и бой. На сцену приглашаются руководители творческих мастерских, талантливые педагоги, замечательные музыканты Лев и Ксения Кузнецовы. Друзья, конечно же, самое, пожалуй, сильное впечатление от этого фестиваля у многих из нас оставил хоровой баттл, поэтому мы на сцену приглашаем ежиков, которые вы здесь уже видели, чтобы они нам помогли спеть песню. Ребята, идите на сцену, пожалуйста. Песенку Анатолия Киреева. И, конечно же, мы хотим вместе с вами побыть одним большим хором. Песенка, которая сейчас прозвучит, прекрасна тем, что запоминать ничего не надо, надо повторять. Приснилась тень, мальчику снится город, лето и теплый день. Да и чего там знать.
плавать с нами. И парус, и парус, и море, и море, и радость, и радость, и горе, и горе, и волны, и волны, и ветер, и ветер. Все просто, все просто на свете, на свете. Все просто, просто и сложно, сложно, конечно, конечно, возможно, возможно, разлуки, разлуки и встречи, и встречи возможны, возможны, конечно, конечно. Спасибо огромное за этот фестиваль. И ребятам спасибо за помощь. И вам. Спасибо. Мы приглашаем на сцену доброго друга фестиваля, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, руководителя творческой мастерской, композитора, председателя 23-го межрегионального молодежного фестиваля исполнителей авторской песни памяти Юрия Висбора «Распахнутые ветра» Сергея Ильина. А со мной на сцену снова выходит Игорь Букаев, замечательный музыкант, Волгоград, Москва. Давай. Так, включи, что включи. Давай, включу. Ну что ж, дорогие друзья, фестиваль заканчивается. Это всегда грустно. Споем-ка мы грустную песню. Валентин Иванович Вихрев написал стихи для своей дочери. Песня называется «Аистенок». Аистета улетают из гнезда, так же, как наши ребята улетят с этого фестиваля, потом, наверное, вернутся снова, потом вырастут и все равно приедут сюда. Поэтому, может быть, песня не такая грустная. Пролетело лето, пролетело лето, аиста плавные взмахи крыла. За рекою где-то лунный лучик света девочка осень в косу вплела. До свидания, до свидания, до свидания, аист мой. Пролетело лето, пролетело лето, осиротело на крыше гнездо. Где-то на грани осени с летом слышен шорох крыльев, словно легкий вздох. До свидания, до свидания, до свидания. Пролетело лето, пролетело лето, с ладоней уже не кормить мне птенца и не сидеть на ступенях прогретых залитого солнцем крыльца. До свидания, до свидания, до свидания, аист мой. Хрупок и тонок
забыл, а истенок до нынче поднялся сам на крыло. Крыльев не свяжешь и не прикажешь, видно, время летать подошло. До свидания, до свидания, до свидания, аист мой. До свидания, аист мой. Прошу подняться на сцену всех участников концерта, пожалуйста. Дорогие друзья, фестиваль подошел к концу. В заключение, как всегда, звучит наша любимая, всеми нами любимая песня Юрия Иосифовича Висбора. Ребята, быстро! Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в какие края встретишься со мною. Лесное, где в каких краях встретишься со мной. Крылья сложили палатки, и кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Где в каких краях встретишься со мною?
Дорогие друзья, наш фестиваль подходит к своему завершению. И право торжественного спуска флага предоставляется председателю жюри фестиваля «Распахнутые ветра» и обладателям гран-при Татьяне Антоновой и Лере Фрунзе. Является закрытым. Но мы с вами не прощаемся. Мы говорим до свидания. До свидания. До свидания, дорогие. Вот как будто бы сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего столба. Здесь вдали остались бури, здесь земля уже близка. Здесь косынку голубую я, прищурившись, искал. И забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не ждут. Мягкой лапой бьются волны, а маяк. Я схожу себе по трапу, я схожу себе по трапу, независимый моряк. Но все время призывают отдаленные моря, все куда-то уплывают, выбирают якоря. Так и мы отчитно судим, как от писем отошли, так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера. Пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют. Ни на что не намекаю, что ты? Ни на что не намекаю, просто песенку пою. Па-па-парам, парарарам, па-па-парам, парарам, па-па-парам, парарарам, па-па-парам, парарам, па-па-парам, парарарам, па-па-парам, парарам, па-па-парам, парарарам, па-па-парам, парарам. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера. Пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют. Ни на что не намекаю, что ты? Ни на что не намекаю, просто песенку пою. Просто песенку пою. Просто песенку пою. До свидания, друзья, до новых встреч на фестивале «Распахнутые ветра». Но наш вечер не заканчивается. В 21.30 мы ждем вас здесь на концертную программу Романа Ланкина. А в 22.00 приглашаем всех на фестивальную поляну для заключительного свободного микрофона. Спасибо. Все молодцы. Спасибо всем. На будущий встреч.
Идем по смертам, и мы не будем, 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 не будем